Рядом со мной находится Евгения Герасимова, компания Paradise. Евгения, чем занимается ваша компания? Здравствуйте. Мы занимаемся продажей женской одежды российских производителей в городе Абакан. Евгения, а с какой коллекцией вы прибыли на выставку CPM? За какой? За летний. Также делаем предзаказ на осень. Выбираем самое лучшее для наших покупателей. Скажите, а где сейчас можно встретить вашу продукцию? Как реализуете вы ваш продукт? У нас офлайн точка. Город у нас небольшой, 170 тысяч жителей. Очень эффективно работаем и со своей клиентской базой, с новыми покупателями. Пользуемся спросом у наших женщин в нашем регионе, поэтому у нас офлайн продажи. Евгения, а какие цели перед собой ставили на выставке CPM? Каких результатов хотели добиться с помощью этой выставки? Ну, выставка CPM хорошее мероприятие, раз в полгода оно проходит, и принимаем участие теперь постоянно. Это и информационная поддержка, и поиск новых поставщиков, знакомство с новыми продуктами, ну и обучение. Спасибо огромное. С нами была Евгения.